Всем привет-привет! Я рада всех приветствовать на моем канале. Меня зовут Ольга, и сегодня я хочу с вами поделиться своими покупочками, которые я приобрела на сейле. Да, были покупочки за такой достаточно короткий срок, и самое главное, это то, что были две посылочки с сайта Ahrefour. А на их дне рождения была скидка минус 23%, и поэтому я приобрела хорошие покупки, которые мне не хватали. И также здесь были покупки косметические, золотое яблоко, ритуаль, тоже там был сейл, поэтому кое-что мне хотелось приобрести, попробовать, я приобрела, хочу с вами поделиться, показать. Я уже какие-то позиции начала пробовать, есть первое впечатление, мнение, а сейчас вам об этом все расскажу, поэтому усаживайтесь поудобнее, приступим, поехали! Давайте начнем с вами с косметических покупок, которые я сделала. Значит, то, что я приобрела в золотом яблоке. Первое, это был не праймер, это был такой вот тонер. Это корейская косметика, тонер. Первый раз пробую этот тонер, увлажняющий, с гиалуроновой кислотой, 248 мл. Да, корейское направление. Что могу сказать про этот тонер? Ну, как заявляет производитель, то, что он увлажняет как раз после каждого умывания. То есть здесь нужно применение после умывания нанести небольшое количество на очищенную кожу лица и шеи с помощью ватного диска. Да, я это делаю утром и вечером, и в принципе меня все устраивает. Больших ставок я на этот тонер не ставлю, никаких таких грандиозных он событий или мероприятий, или методов на моем лице он не делает, но все равно как бы мне он устраивает, потому что да, он увлажняет. Неплохой тонер, при том, что на нем была скидка, он так стоил что-то около 500, а я купила там 300 с чем-то. В принципе, прекраснейшее. Следующее, что я приобрела в золотом яблоке от марки Catrice, это праймер. Я не первый раз пользуюсь их праймером, у меня было в белом тюбике, сейчас я приобрела другой вот в голубом. Это увлажняющий праймер, здесь 30 мл, увлажняет, тонизирует кожу перед макияжем. Да, действительно так, я уже его пробовала, мне нравится, как сидит макияж, как наносится макияж, как держится макияж. И, в принципе, платить какие-то большие деньги там за праймеры из люкса или еще откуда-то, как бы я не вижу пока необходимости. Мне, в принципе, все устраивает. Вообще марка Catrice меня достаточно устраивает. И вот присмотритесь, праймер достаточно хороший. Тем более, там была скидка, и я его решила приобрести. Дальше я приобрела вот такой вот тональный крем устойчивый от марки Art Visage. Присмотритесь к нему и посмотрите на него внимательно. Многие блогеры и многие уже говорили на нем на YouTube, но ленивый еще не попробовал, в том числе и я, но наконец-то до меня это дошло. Значит, я его попробовала. Что заявляет производитель? Выравнивает и матирует поверхность кожи, скрывает мелкие недостатки и морщинки, подстраивается индивидуально под ваш тип и цвет кожи лица. Действительно, так оно и есть. Классный тональный крем, просто замечательный, с увлажняющим комплексом и витамином Е. В чем минус этого тонального крема? Просто-напросто это потому, что там SPF 6 и здесь 25 мл всего. Да, он стоит минимальных денег, что-то там, это сейчас не помню, 250 или 300 рублей, сколько-то, вот, может даже меньше, 200 с чем-то рублей. Но тюбик достаточно маленький, но в принципе расход минимальный, не надо его много наносить. Он действительно выравнивает, сейчас он у меня на лице, выравнивает тон лица, скрывает мелкие какие-то недостатки, там какие-то, может быть, высыпания или еще что-то. Его даже не надо тщательно разносить кисточкой, там, спонжем, просто руками вы можете разнести его как крем для лица. И классно он впитается, классно он выровняет и цвет, и текстура, как бы замечательная, легкая текстура, лицо дышит. У меня в оттенке 202, замечательный оттенок, который подошел именно мне, мне кажется, он универсальный этот оттенок, поэтому обязательно буду к нему возвращаться, обязательно буду еще покупать, прям замечательный, замечательный крем, действительно устойчивый, не пачкает одежду, не оставляет каких-то следов, и меня это, в принципе, устраивает. И постоянно мне к нему тянется рука.
Вот мои тональные средства от Catrice, они сейчас стоят передо мной, от Catrice, Guerlain, Estée Lauder, Sephora, они просто стоят мертвым грузом, постоянно мне хочется его брать, потому что с ним никаких проблем нету. Присмотритесь, очень-очень классный, устойчивый, именно устойчивый. Так, это то, что касается и масс-маркета у нас, да, и следующий масс-маркет хочу вам показать, это вот такая вот губная помада в тюбике Пуля, как и у MAC, проходила мимо, увидела цвет. Это марка у нас Make Up Revolution, мне знакома эта марка, у меня есть палетка контурирования, очень довольна, в принципе, и увидела такой вот, ну, как бы цвет, и решила попробовать, и что произошло? Произошло то, что лучше нюда цвета я как бы и не видела. Это нюдовый цвет. Я надеюсь, что камера перенесет вам цвет. Достаточно очень классный. Я не знаю, мне кажется, что любому человеку, любому цветотипу, любой внешности эта помада подойдет именно по цвету, я имею в виду, как нюд. Любой макияж. Очень классная. Сама по себе помада матовая в оттенке, если я понимаю, это оттенок 01. Матовая помада, не сушит губы, хорошо носится, хорошо устойчивая, хорошо сходит с губ, не какими-то частичками, а постепенно, плавно. Приятная на губах, очень здоровская, вообще стоит там 300 с чем-то рублей, но колоссальное, как бы, хорошее качество и хорошее цвет. Мне очень понравилось, поэтому присмотритесь, у них классная, оказывается, помада. Это то, что касается масс-маркета. И теперь немножко покупки у меня были в люксе. Первое, что хочу показать, хотела попробовать от марки Clarins вот такой вот корректор, подглазки корректор. У меня в оттенке 02. Об нем многие говорили, свои отзывы хвалили. Это новый у них выход корректора, вот в таком именно тюбике, 15 мл. Что как бы очень даже хорошо, потому что можно будет, сколько надо тебе выдавил и нанес кисточкой как бы или пальцами, можно будет прям до последней капельки выжать отсюда, нежели как вот обычный корректор с кисточкой. Корректор достаточно устойчивый, можно наслаивать, он не впадает в морщинки, в складочки, там не стекает никуда, он хорошо, сейчас он у меня под глазами, он хорошо маскирует синие какие-то моменты, купероз, высыпание, там, если локально отдельно наносить. Очень хороший корректор. Конечно, я его покупала на скидке 40%, где-то в районе 1200. Конечно, как бы это не масс-маркет, и цена, соответственно, не минимальная, это люкс. Но качество, да, это классный корректор. Мне очень понравился, так что присмотритесь, очень здоровский. Следующее, что я приобрела, это две туши. Первая тушь это для ресниц и для бровей. Для ресниц это повторная моя покупка от марки Lancôme. Я обожаю их туши, я пользуюсь их тушами. У меня в оттенке 02 коричневый. Я сейчас ее не буду вскрывать, потому что она новая. Вот такой вот у них тюбик. Я уже пользуюсь, ну, у меня есть такая же тушь. Я допользуюсь и открою новую. Была хорошая скидка, что-то в районе 50%. Что-то 1300 она стоила. Естественно, как не взять, как бы надо взять. Их не коричневый цвет, мне очень нравится, он такой немножко с перламутром, ну, незаметным, но он классно выглядит, и ихняя кисточка, она уникальная, она заостренная на конце, внешний и внутренний уголок хорошо прокрашивается, прям можно к корню ресничек подойти, очень здорово, и мне очень нравится, поэтому мне вообще нравятся ихняя туши, они не отсыпаются, не опечатываются, ведут себя хорошо, и очень даже классно, у меня есть и черные, и коричневые, прекрасные туши. И вторая тушь, то, что я хотела попробовать, тоже купила на скидке, но уже в Литуале были скидки, что-то 800 или 900 рублей стоило, это у нас Estée Lauder тушь для бровей, для моих бровей. Я взяла в оттенке 01 блонды, такой вот тюбик, я ей пользуюсь, очень, да, хорошо. То есть вот такая вот кисточка, она очень маленькая, прорисует каждую ресничку, бровь, каждый волосок. Оттенок достаточно хороший, просто я искала
тушь, я думала между маком и этой тушью, но в маке оттенки очень сложные, и как бы они больше усиливали мои брови, больше как бы затемняли. Я хотела именно как бы на свои брови, чисто чтобы хорошо фиксировала, подчеркивала и чуть-чуть подкрашивала волоски. И вот эта тушь, она хорошо очень подошла, хорошо фиксирует, просто, вот просто намертво. Никакой дождик, никакая там мокрая погода, снег, ничто не может идеально фиксировать и хорошо также снимается мицеллярной водой, как бы смывается очень замечательно. Оттенок блонды, да, классно подошел, хорошо как бы чуть-чуть подкрашивает волоски, и все замечательно. То есть он гармонично смотрится с моим татуажем, который у меня на бровях, как бы, и очень даже здорово. А вот, присмотритесь, это Лаудер, классная, классная тушь. Но об ней тоже хорошие отзывы, и не раз, ну, говорили, что она очень даже здоровская. Следующее, что я хотела вам показать, еще у меня есть одна тушь, это подарок от моей свекрови, от марки Oriflame, черная тушь, подарила она мне ее. И здесь такая вот, может быть, кто-то пользуется Oriflame или там думает, вот такая вот силиконовая кисточка. Ну, как вы уже знаете, я люблю натуральные кисточки, но это силиконовая. Что на удивление, она немножко даже вот такая вот, видите, полукруглая, что на удивление эта кисточка мне понравилась. И она хорошо прокрашивает у корня ресниц, хорошо как бы держится тушь. Да, я буду пользоваться. Конечно, как бы в дальнейшем я покупать ее не буду, потому что как бы я не покупаю Oriflame продукцию. Ну, подарила свекровь. Нет, того, что как бы она подарила, я ей пользуюсь. Нет, она действительно мне понравилась, поэтому кто-то, может, рассматривает. Приглядитесь, хорошая, замечательная тушь. И следующий момент, который я хочу показать, это профессиональная серия «Умная эмаль. Коррекция неоднородных ногтей с кальцием и сатиновым эффектом». Вот такая вот эмаль. Покупала я ее в аптеке. В связи с тем, что я сняла свои ноготки, теперь я не пользуюсь ни гелем, ни какими-то процедурами, ну, кроме маникюра, конечно, какими-то процедурами у мастера. Решила отдохнуть, дать отдых своим ноготкам, подлечить их и более так натурально, чтобы все было. Я решила приобрести такую эмаль. Я люблю, когда просто делаю маникюр, и наносить такие вот эмали. От обычного лака у меня желтеют ногти, и как бы гель как бы я вот сейчас сняла, и были, естественно, ногти шероховатые, где-то такие, как бы, ну, не как сказать, неровные. И вот эта вот эмаль, она заявляет, что разглаживает и выравнивает поверхности неоднородных ногтей. Может быть, у кого-то проблема. Образует прочную защитную пленку, устраняет трещинки ногтевого полотна, предохраняет ногти от появления желтизны, белесости и других пятен. Кстати, очень хорошая эмаль, в районе 200 рублей стоит, замечательная, мне понравилась. У нее достаточно такой приятный цвет, немножко белесый такой цвет и хорошая кисточка. Так что вы присмотритесь, продается в любой аптеке, но это их серия, там вот эта вот эмали. Хорошо сушится, быстро, прям моментально сушится, можно наслаивать, не один, а два слоя делать. Да, он быстро, конечно, сходит, потому что постоянно сливаешь с водой, поэтому. Но эмаль достаточно хороший и хорошо выравнивает именно пластину ногтя после каких-то повреждений, после снятия, допустим, там шеллака, там гель-лака и так далее, если вы уже решили как бы отдохнуть, как я, и вот почему бы и нет. Так что присмотритесь в любых аптеках. И перейдем к моей посылочке, да, которую я делала заказ на сайте iHerb. Это было две посылочки, но, ну, они такие были минимальные. Это косметическое направление и направление БАДов. А значит, косметическое направление, я уже сказала, у них была скидка минус 23%, и, естественно, как бы, почему бы не воспользоваться. Первое то, что я приобрела в обязательном порядке, такие вот патчи, мои любимые патчи теперь уже, потому что я испробовала многие патчи. Я сейчас допользовалась Petit Fi золотые патчи, я пользовалась Petit Fi такие вот черные, которые там с икрой, кажется. Но все равно я остановилась на этих. Да, может быть, там и много эмульсий, но это даже плюс, потому что хорошо питает, увлажняет область вокруг глаз, корректирует, разглаживает, просто замечательно. Вот эти патчи, да, это мои патчи. У них классные еще маски, тоже классные вообще. Это
корейское направление. Все оно, естественно, пришло в идеальном порядке, как бы мы уже знаем, то есть это коробка, и здесь вот такая вот баночка, я вскрывать ее не буду, потому что пока что я пользуюсь Petit-Fin. А когда мы вскрываем, мы всегда храним в холодильнике, как вы уже знаете. И вот эти вот патчи, они достаточно хороши, их можно наносить в разные области лица, то есть и под глазки, и где у вас есть морщина, носогубка, пожалуйста, то есть межбровка. Но достаточно Petit-Fin, я не могу сказать, что прям супер-супер, там, ну, четверочка, да, хорошо. Но вот эти мне больше лучше понравились, и я остановилась на них. Все, тем более они были на скидке, я их взяла, хорошая была цена. Следующее, что я приобрела, тоже корейское направление, это гидрофильное масло. Я его ни разу не брала, не пользовалась. Поэтому беру первый раз. Много хороших отзывов, много говорят об этом на YouTube. Кому-то нравится, кстати, кому-то нет, но решила испробовать на себе 150 мл. Это хорошо смывает косметику. Вот прямо сегодня и попробую. А хорошо смывает косметику, очищает поры. Поэтому так я пользуюсь мицелляркой. Ну, знаете, иногда надоедает мицелляркой очищать кожу после мейкапа, и хочется как бы что-то новенькое. Ну, попробую вот гидрофильное масло именно вот этого направления. Следующее, что я приобрела, это уход для лица, за лицом, серум и крем. Первое, это крем, серум вернее, с витамином С, Insta Natural марка. Здесь у нас идет гиалуроновая кислота, фероловая кислота, витамин С, много-много всего хороших компонентов, можете вот здесь вот посмотреть. Достаточно очень хорошие отсвечивает. Достаточно хорошие отзывы на эту марку, достаточно хороший состав, все натуральное, органическое, поэтому я ни разу не пробовала эту марку, этот серум, решила попробовать. Сегодня я его наносила себе на лицо, потому что я сегодня получила посылочки, сегодня я уже воспользовалась с утра и как бы вам отснимаю. Вот такой вот тюбик с пипеточкой. Конечно, больше акцент у меня на витамин С, потому что сейчас я хочу в зимний период усиленно, как бы так сказать, помимо кислот и ретинола, который я наношу на ночь днем перед макияжем, хочу наносить больше витамин С, да, чтобы выравнивать тон, чтобы улучшалось цвет лица и так далее. Вот такой вот 30 мл тюбик, не знаю, насколько хватит, сегодня попробовала. Вы знаете, достаточно жидкая консистенция, вот такой вот цвет, оранжевенький, да, оранжевый цвет. И что могу сказать, то что запах обалденный, такой прям цитрусовый, как будто вы только что выжили апельсинчик и решили нанести его на лицо. Достаточно хороший цвет, хорошо впитывается быстро, никакой липкости, никакого там блеск или еще что-то. Да, после него надо наносить увлажняющий крем обязательно. Какой-то крем что-то увлажняет, потому что его не хватает, как мне показалось, на первый раз. Это мое первое впечатление, его не хватает. Хочется как больше еще увлажнить кожу. Какие действия, посмотрим. С первого раза тяжело сказать. Надо попробовать его с месяц, как бы курсы, и потом уже скажу свои отзывы, понравился мне или нет. Ну да, я в поиске витамина С, чтобы хороший был витамин С, концентрация хорошего витамина С. Но неплохие отзывы, тем более это органика. Почему бы нет, еще была на скидке. И вот этот вот крем, не буду корявить язык, вот такая вот марка. Присмотритесь к этому крему, потому что это классный крем, я к нему возвращаюсь повторно, давно им пользовалась, тут решила, ну, скидка, решила купить. Только сейчас думаю, надо было бы купить побольше бутылечек, здесь 56, а там еще бутылечек 100 мл, ну ладно. Здесь у нас липоевая кислота, ДМЕ, витамин С, Кьюзин Q10, еще, здесь очень много богат компонентами этот крем, это ночной крем, ну кто-то умудряется его и днем под макияж наносить, в принципе его много не надо. Хорошо работает, хорошо увлажняет, хорошо питает, выравнивает цвет, улучшает. Работает как антиэйдж, но просто он классный крем. Не надо его наносить на глаза ни в коем случае, иначе вы станете вот с такими-то опухшими глазами, прослезитесь. Его надо наносить, ну, как бы вокруг носа и вокруг рта и глаз не надо носить. Очень классный крем.
И здесь, значит, открывается такой тюбик. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне очень нравится этот запах. Мне такое ощущение, что когда я пользуюсь этим кремом, я чувствую, что я пользуюсь добротным, хорошим кремом. Что здесь какой-то противный запах? Нет, мне этого как бы не кажется. Сегодня обязательно я его нанесу. Обязательно я вспомню эти ощущения, эти впечатления, потому что тогда он меня очень-очень сильно впечатлил. И я рада, что я его наконец-то приобрела, потому что постоянно как-то что-то вот другое, и до него не доходили руки. Но вот к этому крему обязательно присмотритесь и посмотрите, какой он. Итак, это касается косметических покупок. Сейчас я вам расскажу, что я заказала в другой посылочке. Это тоже минимальная посылка, связанная с БАДами. Так как у нас сейчас осень, грядут вирусы, какие-то заболевания, то там чихнул, то здесь чихнул, то еще что-то, недомогание. Конечно, нужно пропивать определенные курсы там, витаминов, микроэлементов и так далее. И особенно, как бы, если у вас есть нехватка каких-либо витаминов, как и я это делаю, я обязательно пропиваю. Сейчас я пропиваю группы В витамины, В12, В9, биотин. Я не пропиваю в комплексе, я пропиваю отдельно. И пропиваю витамин D, занимаюсь своим кишечником и так далее, и так далее. То, что мне не хватало, я сегодня пришла посылочка, доказала. Ну, заказала с сайта Ахер. Первое, что хочу вам показать, это вот такую вот омегу. Давно мы не пили омегу, хотя ее надо пить в постоянстве. Ну, как-то был такой большой перерыв, и да, на лето. Сейчас как бы мы восполняем это в моей семье, восстанавливаемся. Кто-то пьет на постоянку, в принципе, это нормально, это естественно. Мы пьем 3 месяца, пьем месяц, отдыхаем, такой вот курс и так далее. Это достаточно, запаха никакого нету. Эту омегу я беру первый раз, это марка Нау, такие вот у нас пилюли, так сказать. 240 у нас капсул. Да, вот такие вот капсулы, 240 капсул. Ну, GMP, у нас как бы все это понятно, значки, но ГМО, все натурально. Хорошая достаточно омега. От марки Нау я постоянно заказываю, но именно вот эту не заказывала, попробую. Хорошие отзывы. Также она там где-то экспериментировалась, то есть как бы, что да, действительно там как бы есть рубежи. И что самое главное, значит, здесь в двух капсулах находится 2000 миллиграмм рыбьего жира и именно кислоты. Я обращаю всегда внимание на кислоты. Это ЭПА 720 миллиграмм в двух капсулах и ДХА 480 миллиграмм тоже в двух капсулах. Мы с мужем принимаем по 2 капсулы. Для взрослого человека это 1200 миллиграмм норма. Суточная норма, класс. А мой ребенок, подросток, 15 лет, принимает 1 капсулу, это 600 миллиграмм, суточная норма, тоже класс. Поэтому я приобрела 2 таких бутылька здоровенных на 3 месяца, курс для всей моей семьи. В принципе, классно вообще, здорово, мне нравится, уже начали пить, все супер. И плюсом к этому всегда с омегой я пропиваю витамин D. Вот такой вот от марки Now я заказала витамин D. Как вы уже заметили, здесь 5000 единиц. Я заказала именно для меня. До этого я пила 2000 единиц, но не по одной капсуле, там 2-3, то есть вот так вот. Сейчас уже мне надоело вот по 3 капсулы пить. Я взяла как бы уже 5000 по 1 капсуле, чтобы пить, потому что я восполняю. Всегда сдаю анализы, смотрю за этим. Мой ребенок пьет для профилактики по 1 капсуле 2000 единиц. А я пью по 1 капсуле 5000 единиц, потому что нужно восполнять. Здесь 120 капсулов. Тоже все замечательно. Уже пропивала их марки витамин D. Очень нравится, так что рекомендую. А что самое главное? Конечно, витамин D рекомендуется пить вместе с омегой. Вместе с омегой. Тогда будет результат, и вы будете восполнять свои нехватки в организме именно витамина D. Но помимо, что омега будет работать, еще витамин D. Почему? Потому что у меня был такой момент, я пила витамин D, другой, правда, марки Dr. Best, без омеги. И когда я сдала через буквально там 1,5-2 месяца анализ, я не видела результата. Как будто восполнения никакого и не было. Я складываюсь к такому мнению, что, может быть, это было без омеги, поэтому результата и нету. Но я не могу грешить на марку Dr. Best, потому что она достаточно хороша, как и Now. Поэтому посмотрим, я взяла уже омегу и уже как бы
Now в одно, витамин D в одной марке, и будем пить и проверять анализами. И последнее, то, что я хочу вам рассказать и такой акцент на это сделать, тоже от марки Now я приобрела энзимы. Вот такие вот энзимы. Здесь 240 капсул. Вам хватит достаточно надолго. Ну, как надолго? Опять же, как пить? А, значит, что здесь заявляет у нас производитель? Вот такие вот у нас капсулы, сразу вам покажу. Для чего нам нужны энзимы? Что нас заявляет производитель? Я вам сейчас расскажу. У меня здесь планшет, да, и чтобы не быть голословными. Значит, во-первых, это энзимы, ферменты растительного происхождения. Растительного происхождения. Да, у нас, когда мы приобретаем в аптеке мизим, это животного происхождения, что не есть хорошо, это идет привыкание организма. И вообще мизим, он недостаточно-то и полезен для нашего организма. Да, может быть, а единожды в одном употреблении, может быть. Но если вы постоянно на этом сидите, это будет вред для вашего организма. Растительное происхождение, энзимы, они не имеют привыкания. Это раз. И второе, у них достаточно лучше идет работа именно с вот этих ферментов. Здесь что заявляет производитель? Во-первых, способствует правильному пищеварению с лактозой, папаином и бромелоином. А, значит, подход для вегетарианцев, пробиотики, энзимы, помощь пищеварению. Значит, вот это вот растительные энзимы НАО представляют собой полноценную смесь энзимов, которая поддерживает пищеварение и создана специально для людей, которые, допустим, либо вегетарианцы, либо такие, как я, это у которых гипотиреоз, замедленный обмен веществ. У которых вот именно что нужно употреблять эти энзимы, чтобы помогать обмену веществ лучше работать, распределять продукты, чтобы не было тяжести, чтобы была легкость, чтобы облегчить работу поджелудочной железы, в желудке, чтобы было все нормально. Дальше, содержание в продукте, комбинация энзимов помогает расщеплять жиры, клетчатку, протеины и углеводы, улучшая биодоступность питательных веществ в пище, которую вы едите. Представляете? То есть это идет правильное расщепление жиров, белков, углеводов, клетчатки, всего то, что нам нужно, чтобы у нас правильно это все усваивалось. То, что мы принимаем с пищей, то не просто это вылетало, уходило, а чтобы это правильно усваивалось за счет продуктов, которые мы употребляем, правильных продуктов, соответственно, а организм просто питался от этого хорошими жирами, белками, углеводов и так далее. То есть правильно было расщепление. А также энзимы включают лактозу для поддержания усвоения молочных продуктов у людей, страдающих чувствительностью к лактозе. То есть если вы страдаете чувствительностью к лактозе, я таковым тоже являюсь, это, наоборот, способствует правильному расщеплению, правильному переварению этой пищи. То есть теперь мы можем употреблять эту пищу. И это не говорит о том, что мы можем теперь, извините за выражение, жрать, что попало. Это говорит о том, что мы правильно должны питаться, правильно приобретать продукты и употреблять. Но вот эти вот энзимы, они будут способствовать правильному расщеплению. Еще раз замечу, у тех, у которых замедлен обмен веществ. Кто страдает щитовидкой, у которых повышен ТТГ, это гипотиреоз. Употреблять нужно с каждым приемом пищи по одной капсуле. А можете, в принципе, вот у меня трехразовое питание. Завтрак, обед и ужин. Вы можете употреблять не обязательно, вот завтрак, обед и ужин. Если вы на ужин, я вам советую обязательно употреблять, чтобы в ночь уходить с свободным, хорошим желудком. Да? И, допустим, если вы чувствуете, что нормально все будет там за завтраком, можете не употреблять. То есть вы можете употреблять как на постоянке, так и не на постоянке, а индивидуально в какой-то там период. То есть где-то в другом месте поели или там чувствуете переели. Во время еды принимаем или сразу после еды. Классная штука. Попробовала на себе. Мало действительно верила, но попробовала на себе. Что могу сказать? Второй день пользуюсь, и такой легкости я еще не чувствовала. От переваривания, то есть улучшение переваривания, помощь переваривания. Но даже когда мне было плохо, от мизима я такого не чувствовала улучшения, как от этого. И поэтому, конечно же, я рада, что я его приобрела и вам
Советую, обязательно советую. В принципе, это все покупки, которые я вам хотела показать. Это БАДы, косметический уход. Конечно же, были другие покупки. Это из вещей. Обязательно сниму новое видео, чтобы с вами поделиться. Поэтому не забывайте подписываться на этот канал, чтобы не пропустить новое выходящее видео. Ставьте пальчики кверху, кому была полезна эта информация в этом видео. Всем всего хорошего. Берегите друг друга. Всем пока-пока.